Перед нами находится музей «Болгарское чаепитие». В нем представлена большая коллекция самоваров из фондов музея-заповедника. Экспозиция рассказывает об истории зарождения культуры чаепития и ее связи с историей региона, начиная со Средневековья. Выйдя на улицу, вы можете повернуть направо и пройти по музейной улице. Ближайшим является музей Абдуллы Алиша. Повернув налево, вы выйдете к перекрестку. Продолжая движение прямо, вы выйдете к зданию администрации музея и далее к ремесленным мастерским и дому лекаря. Повернув налево, вы выйдете к памятному знаку, где представлен самый большой в мире печатный Коран. Повернув направо, выйдете к черной палате.